Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала «Одесса», 15 февраля 2023 года. Сообщают о том, что Иран усовершенствовал дроны «Камикадзе» так, чтобы они наносили максимальный ущерб объектам инфраструктуры в Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на доклад британских аналитиков компании SAR. В SAR исследовали неразорвавшуюся боеголовку иранского беспилотника «Шахет-131», найденную в районе Одессы в октябре 2022 года. Аналитики пришли к выводу, что производитель поспешно модифицировал боевую часть дрона. В нее добавили мелкие металлические осколки, которые при взрыве разлетаются на большое расстояние. Кроме того, боеголовку «Шахеда» оснастили 18 небольшими дополнительными зарядами, которые способны усиливать взрыв и пробивать броню. Как отмечает CNN, добавление этих элементов существенно увеличивает способность боеголовки поражать электростанции, линии электропередачи и трансформаторы, а также значительно усложняет ремонт после удара. Вот такая, друзья, информация. Ну и, соответственно, если этот дрон упадет где-то в жилом районе, там, где находятся люди, то все эти осколки полетят в людей. Ни в коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Угроза очень высокая, применение ракеты, применение дронов «Камикадзе». Я на связи, как будет информация обновляться, сразу же буду сообщать. До встречи, всем пока.